Здравствуйте, уважаемые подписчики и гости моего канала. Мне сегодня придарили такие саженцы клубники. Не знаю, что за сорт, но довольно-таки урожай. Это сосед придарил. Сейчас я вам покажу, как я эту клубничку буду сажать. Наполнение у меня все то же самое. Ома универсал и почвоулучшитель. Это у меня стандартное, в принципе, для всех посадок. Вот. А потом уже, когда кормежки разные, то уже, да, немножко кормление отличается. И вот на примере вот этого кустика я сейчас вам покажу. Так, ома у меня сюда и почвоулучшитель уже засыпаны. Сажать надо вот до этой корневой шейки. Вот, не зас... То есть, вот, видите, корни здесь торчат. Это вот отрост, как усик был. Вот, до этой шейки вот она получается. То есть углубить надо. Для начала мы обрезаем вот эти все сухие усики, листочки плохие. Вот они, все это мы вот это вот обрезаем. Ну, корешочки здесь довольно-таки хорошие, можно тоже немножко их подрезать. Так, здесь ямочку я уже подготовила. Сейчас мы его так тут придется подсыпать немножко грунт, потому что засыпаем. Вот видите, корешочек я стараюсь вот этот закрыть. Так, и поливаю водичкой. Здесь мне надо около литра воды. Земля впитывается, то есть вода впитывается в грунт, и я сверху добавляю сухого грунта вокруг. Так, чтобы корневую шейку эту не засыпать. Вот, в принципе, и все. Росточек посажен. Пока весь инструмент соберешь. Так, смотрите, обрезаю все ненужное. Вот она, все ненужное я обрезаю. Вот этот поломанный листочек. Ус. И также подрезаю корешочки. Чуточек. Так, здесь удобрение уже насыпано. У меня перемешано. Делаю лунку. И сажать надо вот так. Вот. То есть не заклублять корневую шейку. Сейчас чуть-чуть засыпаю землю. Близко, чем посадила ее. Так. А дальше чуть-чуть. Так, сейчас берем второй. У меня тут их много. Вот. Вот он второй. Вот такой маленький саженец. Также обрезаю листочек желтый. Ну, корешочек здесь нормальный. Мелкие можно, кстати, обрезать корешочки. Так, опять же, до корневой шейки, то есть до места, где он растет. Также засыпаю земелькой. Чуть-чуть. Пока чуть-чуть. Слегка присыпаю земелькой. Так. И поливаю. Чтобы не было воздуха между землей и корешками, чтобы земля просела заодно. Буквально по литру, наверное, на кустик. Корешки небольшие. Так. И теперь я уже, вода впитается, засыпаю полностью сухим уже грунтом. Ой-ой.
Сорт неизвестной малины, ой, клубники. Какой, ну, знаю, что урожайная. Поделился со мной сосед этим сортом. Ну, вот на примере, если засыпалась шейка, лучше ее освободить. И немножечко утрамбовываю грунт вокруг растюшки. Садила я, конечно, близковато. Надо было поближе к дорожке. Ну ладно. Этот куст скоро будет все равно удаляться. Вот так.